я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея 3 дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Thank you.